Всем привет, дорогие друзья, с вами Никита, и сейчас речь пойдет об очень интересной аркаде под названием Colossus Escape от разработчиков Logic Web. Игра вышла не так давно, но уже завоевала огромное количество сердец в том плане, что очень красивая графика, хоть и мультяшная, и выполненная в бумажном стиле. Нам предстоит пересечь огромное количество препятствий, монстров и так далее, но, к сожалению, игра на стадии тестирования, на момент обзора доступен всего один режим, одна локация и несколько уровней, которые пройти фактически невозможно. Есть режим бесконечного бега, то есть вы бежите как можно дальше на рекорд, убиваете, прыгаете и собираете всевозможные бонусы. И есть режим прохождения, где нужно каждый уровень, уровень за уровнем проходить, открывать что-то новое, более сложное, более интересное. Игра выглядит красочно, динамично, благодаря тому, что за вами гонится огромный монстр, от которого нужно отбиваться, когда, например, он замахивается, собирается вас ударить или же пытается вас съесть. И при этом нужно еще умудряться перепрыгивать через соперников, драться, перепрыгивать через всевозможные кактусы, иглы и так далее. В общем, игра не дает заскучать, поэтому думаю, что у нее есть светлое будущее. И, ну, конечно, по поводу лагов и проблемы запусков, да, сейчас здесь есть некоторые проблемы, но в дальнейшем с обновлениями все будет замечательно. Пробуем, советую всем поиграться, пишем комментарии, что вы думаете об этой игре, подписываемся, если этого еще не сделали, подписываемся в Твиттере, до новых встреч!